Господа, всем привет. Вот и выбрался я на реку. Приехали, так скажем, за жерихом. Покидаем, посмотрим. Кто-то говорит, ловится. Кто-то говорит, слабо. Ну, сделаем посмотреть. Тут вот хорошее место. Да вообще, вот по всей реке сейчас будем ездить. Плавать, так скажем, а не ездить. Да, и обкидывать. Вот так вот наш первый лагерь стоит, и второй лагерь там повыше, там ровная полянка хорошая, а здесь для лодки спуск отличный. В общем, вот такие вот дела. Вчера приехали ночью, ничего не снимал, по потемкам уже, пока лагерь поставили туда-сюда, и уже в принципе спать легли. Вот сейчас проснулись и будем облавливать акваторию. Господа, у нас тут все в сборе. Сейчас позавтракать сделаем. Ну и поедем посмотреть, кто ловится, кто не ловится. Как думаешь, ставки какие? Будем трудиться, да? Будем пахать. Вот так, да? Трясется вот так. Что-то будет. В общем, да, мы сделаем посмотреть. Я вообще удочек не брал. Кто плавает? На ушицу. Бершики, судачочки. Женек наловил. Ерунди. Вьетнамский гангстер. Валик неплохой. Прямо возле лагеря. То есть вот тут мы на мелике стоим и свал. Сейчас будем пробовать. Первый заброс — тишина. Все же, какая красота, прям как картинка, даже вот сейчас смотрю через телефон, вообще шикардос, штиль полнейший. Женек там переставляет. Жериха не поймали, жерих где-то плавает, в общем, но нам он отказался клевать. Ну, так хотя бы плова поедим на природе. Вот, ну еще, конечно, не вечер, вот, но попытаемся. Женек, он наловил хотя бы судачков, еще вечером наловит. Всеми уважаемый Юрий, кулинар. Дай бог здоровья тебе. Спасибо, Юрка. И твоим близким, Рэмбо. Вот и свечерело у нас. Приехали мы только, грубо говоря, сейчас. Ну, как, не прям сейчас, час назад. Обкатали. Вот всю эту, можно сказать, километров 15 уезжали. Ну, вот сейчас на Бабахты. Вот. И вообще ни одного тычка вообще нету. Не ловится. Там вот у ребят спрашивали, ловится, не ловится. 1-2 штуки. Но нету прям как такового хода. Может, он прошел тут. Может, вот этот вот непонятный слом погоды. Потому что давление какое-то.
Ну, как какое-то, у меня давление. Вот. Ну и вот эта вот дымка непонятная. В общем, с чем связано бесклевие, непонятно. Но рыба сегодня отказывается кушать. Попробуем судачка вечерком потаскать хотя бы. Судачок, бершик. Вчера исправно ловился ночью. Не стали снимать, потому что думали сейчас, что нам показывать вот этого бершика, когда мы сейчас жереха начнем таскать налево-направо. Но не тут-то было. Вот так вот коротаем бесклевный вечерочек, да. Созерцаем темноту. Вот такая вот история. Ну, весь день сегодня рыбалили и не нарыбалили. Вот так бывает, да? Главное, отдохнули, еще главное туда не свалиться. Ну да, баньки попарились, да. Вон, товарищи покупались. Вон. А, это Мерседес тарахтит. Как будто дизельный. Ну, чуть-чуть пятно убери от него. Вот такой вот судакенский. Потихой поклевывают. Ну, небольшие. Это бершик, кстати, а не судак. Они, в принципе, большие и не бывают. Вот такие вот ночные съемки у нас. Ага. Есть? Тяжеленький. О, хороший. Спускайся. Он в корягу зашел. Угу. Выводи его. Да, он вышел. Все, тащи, тащи. Тот крючок мелкий. Мелким зацепился? Ну, уже хороший, это уже судачок. Все. Отцепился. О, показывай. О, судакенский. Раздача судаков. За сколько? За 5 минут 3 судака уже взяли. Ну как судака? Берша будем тоже судаком называть. Вот такая вот история. Та самая ситуация, когда на тоненького просто за край губы держался. Вот так вот, обалдеть. О, снимает красное. О. Да, как будто нету. Не. Ай, блин. Ну, у нас утрянка. Вон еще бершик один. Ну, там их. О, тут тоже, да, кто-то есть? А? Сколько их там уже? Сколько-то есть. Пассатижи нужны? А? Да. Я знал, что они понадобятся. Так, сейчас сделаем, посмотреть. Что здесь есть, что нету. Что есть? Нету, да? Пусто. Ну ладно. Ну, на этих я как будто думаю, что нету. Леска вон натянута. Слабины не вижу. Погода, песня. Ну где же жерех? Ну давай хотя бы на нытье. Очень хочется хотя бы одного уже. Ну там, где одного поймаем, там еще захотим. Ух ты, вот это да,
А ударчик-то был, я вам скажу, господа. Очередная утрянка у нас. Ну как утрянка, да, по сути? Не, ну утро же, если считать, что 9 часов это утро, да? По сути, не 9 же обеда. Вот, так что вот. Ну, пока позавтракали. Сейчас ездим в тычки, посмотрим. И уже надо будет это, покидать же. Будем до конца, короче, биться. Сегодня у нас последний день. Так что будем делать, посмотреть. Ну, там как будто суета какая-то происходила только что. Ну ладно, мы еще вернемся сюда. Погодка портится, да? Видимо, будут дожди. И у нас, как всегда, бесклевие сегодня в эту рыбалку. Зато у нас будет хорошая, мощная кухня. Шурпешник, конечно, будет бомбяу. Сколько уже готовишь? Часов 2,5 часа. Полчаса еще готов. Так-то. Так что всем привет, приятного аппетита всем, кто да. кушает с нами. Это точно. Сегодня у нас шурпешник, рыба опять же не клюет. Мы тут все. От Ромарио. Да, Ромарио сделал шурпешник вот с такими вот ребрышками замечательными. Приятного. Вот так вот, и... вот сам Ромарио, вот. Там Илюха. Ромка, тебе Илюха, спасибо. Наш братуха, так скажем. Приехал сегодня, да? Да. Кстати, да, Илья приехал буквально сегодня, когда мы уезжаем. Шурпешку приехал, я знаю, когда. Ну да, да, да. Шурпешник тема. Сейчас будем делать, покушать и уже чуть-чуть дальше поотдыхаем и соберемся по вечеру, поедем домой. Жериха нет. В районе Бабахтов Жерех не обитает. Ну а вот так вот мы оставили место без единой соринки. Как будто здесь никогда нас не было. Разве что костровище выдает и пенек. И все. И весь мусор вот так вот грузится и благополучно уезжает. Мне кажется, это нормальная история, когда люди убирают за собой. Ведь чисто не там, где убирают. А чисто там, где не ссорят. Так что вот. Ой, классно. Я бы тут еще остался на пару деньков, но работа, город, вот эта вот вся история. Ну, впрочем, да, ну и ладно. Господа, всем спасибо, что вы смотрели эту серию. Ну, не поймали, не получилось у нас, кроме вот этих вот бершиков небольших. Река посчитала в этот раз, что... Нечего нам тут с рыбой домой ехать, так что отдохнули хорошо, знаете. Иногда и такая рыбалка бывает. Так что подписывайтесь на канал. Вот эти пальцы вверх, пишите какие-нибудь комментарии. Любые комментарии пишите. Вот это важно для развития канала. В общем, ну и увидимся на рыбалке. Всем пока. До новых встреч. За бугром. О, сейчас, короче, Мерседес у нас трюки творит. Вот тут вот такой вот бугор. И едет Мерседес. Давай, дядька. О, все, диагоналка.
Стой, давай еще. Так, Мерседес дикий сейчас будет. И все. Мерседес сила. Вот такой вот бугор преодолел. Молодец. На задний привод, задний же? Какая? Джип это, блин. Да, джип это. Задняя приводная Мерседес, да? А вот, все, давай, хоба. Джол Булсон. Тут вон какой уклон. Бешеная гранд. Дикая, дикая.